my friends, и вы находитесь на моем канале. Сегодня я снимаю новое видео, и это видео о двух письмах, которые я пишу первое двум девочкам. Вообще, я первый раз снимаю вот с таким вот открытым огнем. Вторую у меня, к сожалению, не получилось зажечь. И плюс, так как я зажигаю не спичками, а сургучом, не спрашивайте почему, то... Да. Я умудрилась это, в принципе, сделать. В общем, два письмеца. И буду надеяться, что мы сегодня с вами не сгорим. А то будет не очень весело. Просто реально первый раз снимаю с таким вот открытым огнем. Ё-моё. В общем, это письма для Эльвины и для Сони. И давайте начнем с Сониного, так как я ей сделала его первее. Не кидайтесь, пожалуйста, в тапками меня за то, что я подписчикам очень медленно отвечаю. Тут новые знакомства завожу. Ну, я думаю, если вы меня поймете, простите, потому что девочки написали, что, ну, в истории в Инстаграме, что у них открыта переписка. Я решила не упускать свой шанс и написать им. Лучше найти друзей сейчас по переписке, чем потом. Просто я настроена на общение вот с творческими людьми. В общем, конвертик выглядит вот таким вот образом. Боже, мне так страшно, что я что-то подожгу, просто не представляете. Фух, сзади наклейка. И тут находится вот такой фолдер. Так вот все выглядит. Первое — это чай. Письмо. Ну вот реально мне вообще страшно, что я что-то подожгу. Так, ну, так все близко, пипец. Не знаю, может, это была плохая идея, им лучше убрать это из кадра, потому что я сейчас все время буду бояться поджечь, потому что тут типа, так как, ну, вдруг упадет фолдер и просто все загорится. О, боже, я не знаю. Все, офигенно. Теперь Лена ничего в этой жизни не боится. В общем, в этом кармашке лежат, точнее, наклейки. Сейчас я все достану. И, кстати, прошу прощения за освещение, так как темнеет рано, а времени, чтобы снять пораньше, нет. Кстати, эти письма завтра отправятся в путь. И, кстати, можете прямо сейчас сделать заказ в моем интернет-магазине, и ваш заказ также отправится завтра в путь. Вот. Такие разные наклейки тут лежат, объемные, целая пачечка. Тут лежат также скотчи декоративные в таком кармашке, они бумажные, их тут 4 штучки. И еще наклейки. Упс. Упс, упс. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, особо подробно показывать не буду. Вот. Как вы видите, все оформлено в таком летнем довольно-таки стиле, потому что это письмо я начала делать поезд. Я надеюсь, вам не было слышно гудок поезда. В общем, начала я его делать еще летом, но закончила только вот недавно, неделю назад где-то. И в верхнем кармашечке, да, тут не очень много всего лежит, лежат разнообразные карточки, это вырубка. Полароидные карточки. 3 штуки вот такие классные. И еще разные, в общем, скрап-элементы. Все это находится в верхнем кармашке. И это все письмо. Соня, если ты смотришь это видео, то обязательно жди письмецо. В общем, мне очень нравится, как оно у меня получилось. Следующее письмо для Эльвины. Конвертик выглядит вот таким вот образом. У меня получилась тема письма сладостей. Также какой-то космос. В общем, что-то вот такое вот. Так вот выглядит. И сзади находится сургучная печать. Сейчас на данный момент я заготавливаю сургучные печати заранее, потом их просто приклеиваю туда, куда мне нужно. Просто потому, что они получаются более ровные. Как вы видите, ежели чем бы я на конвертик делала, она бы то сюда, то туда. Там я делаю просто на ровной поверхности и потом открепляю. Как вы видите, тут все гудово. В общем, давайте посмотрим на содержимое. Это письмецо уже получилось побольше, просто из-за того, что фолдер
предположен для того, чтобы тут лежало побольше всего. В общем, вот такая вот сладкая тема. Откроем, и внутри все выглядит вот таким вот образом. Здесь полароидные карточки такие. Далее в кармашке лежат... Здесь лежат разные скотчи, а также наклейки. Ну, не знаю, думаю, показывать подробно не буду. И также чай, ну, или не знаю, или показать вам. Ну, вот чисто вот так вот покажу быстренько. Так как если бы вы подписались на мой инстаграм, то бы вы уже знали, что лежит в этом письме, потому что я его снимала в историях. Потом, да, можете подписаться, просто как смысл жизни, да, прилипать ко мне. Я даже не знаю, видите ли вы разделение. Вот один кармашек, потом идет вот этот, вот средний и маленький самый. В нем также еще лежит вот такая вот небольшая карточка или открыточка, можно ее назвать. И это вот все находится здесь. Последний кармашек очень богат разнообразными тоже всякими карточками и скрап-элементами. Их здесь очень много. Они большинство двухсторонние. В общем, тоже подробно особо показывать не буду. Тут есть разные темы, начиная от летних, заканчивая зимними, так как, я думаю, летняя тема будет всегда актуальна. Не знаю, как для вас, но лично я со своими некоторыми друзьями по переписке даже зимой делаю всякие летние послания. И последнее, это вот такой вот мостик, очень красивый. Чебордо, да? И здесь находится письмецо. Это тоже письмо знакомства, как я писала для Сони. И, в общем, да, девочки, можете ждать от меня письма. Я очень буду надеяться, что вам они понравятся. И буду ждать от вас ответ. А на этом было все. Всех безумно сильно люблю. И всем пока-пока.